Президент Ильхам Алиев поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тепло поздравил его с открытием в Черном море крупного месторождения природного газа. Ранее президент Азербайджана направил турецкому коллеге письмо, где особо отметил, что это важное событие послужит делу дальнейшего улучшения благосостояния дружественного и братского народа и еще большему укреплению экономической мощи страны. Турецкие специалисты оценивают обнаруженные в Черном море запасы газа в 320 миллиардов кубометров.